Сегодня у меня не совсем стандартное видео. Мы сделаем своими руками подарок из сладостей. Сани Деда Мороза. Для этого нам понадобится 2 ленты разного цвета, леденцы, 3 шоколадки разного размера, от меньшего к большему, клей-пистолет, двусторонний скотч. Сформируем основу для саней с помощью шоколадок и двустороннего скотча. Леденцы можно прикрепить двумя способами. С помощью двустороннего скотча или клея пистолета. Как показывает мой опыт, скотч надежнее. Закрепим результат красной лентой. Из золотистой ленты я сделаю пышный бант небольшого размера. Для этого отрезаем 5 лент чуть длиннее указательного пальца. Из них делаем маленькие бантики. Накладываем друг на дружку в виде цветочка. Последний ярус будет из маленькой короткой ленты. Вот такой оригинальный подарок под елку у нас получился. Если у вас есть свои идеи, как можно изменить, добавить или что еще приготовить, чтобы удивить своих родных и близких, напишите в комментариях. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.